Здравствуйте, вы смотрите «Время итогов». Вот о чем мы расскажем вам сегодня. Долгожданный бум строительства. Как он отразится на жилищных ценах? Вновь о школьной форме. Есть ли ей место в 21 веке? Привычка к бутылке с детства. Статистика подростковой алкоголизации. Сегодня Вячеслав Гайзер принял участие в торжественных мероприятиях по случаю открытия Ледового дворца Югдом в Усинске. Само строительство спортивного сооружения началось в январе 2011 года, и вот, наконец, рассвет, а именно так переводится с коми название дворца, наступил для всех любителей спорта северного города. Построен объект за счет федеральных средств, местного бюджета и внебюджетных поступлений. И, кстати, внешне очень похож на Сыктывкарскую Северную Олимпию. Мой коллега Денис Сидоров, работающий сейчас на месте событий, продолжит. Сегодня действительно важный день в истории нефтяной столицы республики. Здесь, в Усинске, состоялось открытие нового ледового дворца. Новый ледовый дворец получил название «Рассвет». Он имеет более 500 мест для зрителей. Что же касается старого ледового дворца, который вовсе не имел трибун, то он тоже продолжает функционировать. Правда, теперь там будет заниматься детская и юношеская спортивная школа. В новом ледовом дворце юные усинцы будут заниматься на секциях фигурного катания и хоккея. Ну а для всех горожан там будут организованы массовые катания. Кроме того, ледовый дворец построен по такому же проекту, как и Северная Олимпия в Сыктывкаре. А это значит, в нем будут проходить не только ледовые баталии, но и культурно-массовые мероприятия. После торжественного открытия ледового дворца делегация во главе с Вячеславом Гайзером отправилась в местную администрацию, где состоялось подписание очередного соглашения между правительством республики и компанией «Лукойл». Вячеслав Гайзер и президент компании «Лукойл» Вадим Алексеев подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве, к уже действующему, которое было подписано в ноябре 2010 года. В рамках этого соглашения стороны намерены совместно осуществлять развитие минерально-сырьевой базы «Коми», а также увеличивать инвестиции в регион и привлекать дополнительные средства в бюджет республики. Компания «Лукойл», в свою очередь, намерена обеспечить в 2013 году на территории «Коми» уровень добычи нефти в объеме не менее 9 миллионов тонн и газа в объеме не менее 600 миллионов кубометров. Приятным дополнением стало то, что компания «Лукойл» обеспечится взять на работу к себе около 100 молодых специалистов, которые получили профильное образование в нефтегазовой отрасли. Специально для телеканала «Югдом» Денис Сидоров, город Усинск. На этой неделе появилась надежда на то, что в определенном будущем гротескные цены на жилье в республике, если не уйдут в прошлое, то хотя бы перестанут быть настолько высокими. Специалисты в недвижимости отмечают рост предложений, которые уверенно превышают спрос. И что, собственно, приятно, власти обещают не сбавлять темпы строительства, а значит, есть вероятность, что цены на жилье, которые сейчас абсолютно сопоставимы с петербургскими, умерят свой пыл. Продолжение в итогах Максима Катаева. Эти кадры мы снимали в ноябре. Татьяна Туриева тогда купила квартиру. Подходящее жилье искала долго, целых 3 месяца. А сроки ипотеки поджимали. Я уже начала нервничать и заново проходить всю процедуру получения сбора документов. Поэтому вот для меня вот это вот ощущение было немножко такое нервозное. Поэтому я считаю, что 3 месяца это было долго, да. Сейчас ситуация изменилась. Предложение заметно превысило спрос. Как видно, из этого графика цены начали падать. С февраля вторичное жилье подешевело в среднем на 300 тысяч рублей. Ситуацию на рынке эксперты сравнивают с лифтом, который опускается вниз с небольшими остановками. И это было ожидаемо. Если говорить о действительной цене, ну сейчас наши цены приравниваются к питерским. То есть до Москвы, конечно, нам еще далеко, но на мой взгляд, я считаю, что в Сыктывкаре цены очень высокие. Не последнюю роль в снижении цен сыграло и массовое строительство. В период кризиса в республике почти ничего не возводили. Сейчас на замороженных площадках работы идут ударными темпами. Идет хорошими, можно сказать, темпами Кочпан Чит. Сегодня уже вы сами уезжали, смотрели, наверное, что там уже все-таки городок выстраивается и довольно-таки неплохой. Изначально, если люди не хотели ехать, то сегодня уже желающих много. Соответственно, еще работаем с фондом РЖС, это фонд жилищного строительства российский. В начале 2012 года был проведен аукцион
по продаже на право аренды земельного участка 45 гектар выиграла фонд жилищного строительства города Сыктывкара. Сегодня они разрабатывают проект застройки этой территории, соответственно, с инженерной инфраструктурой и жилыми домами. Это тоже позволит увеличивать рост ввода жилья. Много домов находится в застройке, в разработке, находится очень много площадок и достаточное количество предложений, разных предложений, с моей точки зрения, сегодня появится на рынке для потребителей. На объемы жилищного строительства повлияла и республиканская программа переселения из ветхих и аварийных зданий. Выступая перед парламентом, Вячеслав Гайзер поставил перед правительством задачу сконцентрировать все усилия на разработке комплексной программы сноса таких домов. Я поручаю правительству разработать соответствующие мероприятия как на этот год, так и на ближайшие 3 года. Для примера могу сказать, что администрация Сыктывкара по результатам предварительного мониторинга одного из старых районов города уже подготовлено предложение по застройке на его территории нового жилого квартала. Он предусматривает поэтапную реконструкцию жилой зоны со сносом двухэтажных деревянных жилых домов и сохранением существующих жилых домов в капитальном исполнении. Сыктывкарская программа «Городская среда» предполагает построить 17 многоэтажек на 1500 квартир. К сносу сыктывкарские власти приговорили более 100 деревяшек в районе Октябрьского проспекта, улицы Орджоникидзе и Центрального рынка. Городская программа уже утверждена и рассчитана до 2017-го. Переселение из муниципального жилья будет происходить из расчета квадратный метр на квадратный метр из приватизированного, исходя из его рыночной стоимости и площади занимаемой квартиры. Так что прописывать родственников, чтобы получить жилье большей площади, нет абсолютно никакого. В этом году, по прогнозам Минархстроя региона, в Коми введут 122 тысячи квадратных метров нового жилья. Следовательно, цены на вторичку опять пойдут вниз. Риэлторы утверждают, эта цифра может составить 800 тысяч рублей. Поэтому те, кто покупал недвижимость ради вложений, сейчас сливают активы. Значит, у жителей Коми появится реальная возможность улучшить жилищные условия. Максим Катаев об итогах массового строительства, которое уже привело к падению цен на недвижимость. До конца учебного года осталось чуть больше 2 недель. Детям каникулы, взрослым традиционные для завершения школьного сезона родительские собрания. И как выяснилось впервые, главным вопросом на встрече родителей с педагогами становятся не оценки их чад, а внешний вид. Именно школьная форма, которая станет обязательной с нового учебного года. Споры по этому поводу разгораются нешуточные, но почти все единогласно за строгий внешний вид учащихся. Однако по поводу того, как должен выглядеть в итоге школьник, у родителей взгляды разделились. В этом лично убедилась Татьяна Супряткина, ставшая непосредственным участником этих собраний. На призыв Владимира Путина, а именно президент, первым озвучил предложение о введении единой школьной формы, незамедлительно откликнулись все регионы. В конце 80-х в школах наступила демократия. В чем ходить на уроки, это стало на усмотрение самого школьника. Свобода выбора не заставила себя ждать. От некогда строгого внешнего вида постепенно не осталось и следа. В ход пошли самые модные тенденции. Отсюда явные различия в социальном положении. В царской России именно школьная форма считалась предметом роскоши. Как следует из истории, закон о гражданских мундирах, то есть единой форме для обучающихся, был принят в 1834 году. К ним относились гимназические и студенческие мундиры. До революции 17 года форма была сословным признаком, так как позволить себе обучение в гимназии могли только дети богатых родителей. Костюм гимназиста отличал подростка от тех детей, которые не учились или не могли позволить себе учиться. Получали знания лишь дети дворян, интеллигенции и крупных промышленников. Форму носили не только в гимназии, но и на улице, дома, во время торжеств и праздников. Она была предметом гордости. Вновь вспомнили про форму уже после Великой Отечественной. Отныне мальчики обязаны были носить военные гимнастерки с воротничком и стоечкой, а девочки – коричневые шерстяные платья с черным фартуком. За много лет эта форма лишь претерпела малые изменения, но в целом она не менялась почти полвека. Я сама закончила школу, когда еще был Советский Союз, и во все школьные годы у нас была вот такая форма. И до сих пор она у меня хранится, и я ее очень люблю и берегу. А вдруг она когда-нибудь пригодится моим детям. Вот это у нас было повседневное, с черным фарточком, вот такое платье.
Вот. А это, скажем так, была праздничная, с белым фартуком. Вот так вот, да. И, конечно, у нас на воротничках мы нашивали здесь какие-нибудь красивые ажурные воротнички и на манжеты. Проблема отцов и детей в форменном вопросе нашла точку соприкосновения. Нынешнее поколение, видимо, и само уже устало от вечной модной гонки. Для меня, наверное, означает носить школьную форму – это гордость прежде всего, это очень красиво. Я не буду заморачиваться на том, что же мне одеть завтра, потому что каждую ночь, когда я училась в другой школе, до кадетского класса, я все время думала, что же мне одеть. И мама постоянно покупала мне что-то, может быть, даже каждую неделю набрала мне новые вещи. И вот сейчас, когда я перешла и стала носить форму единую, которую носят все и повседневно, я не стала об этом задумываться, у меня стало больше свободного времени, чтобы уделять это чему-нибудь другому, урокам, там, чтобы лучше заниматься. Хотя времени на раздумывание, какой будет эта единая форма, осталось совсем уж немного, учебные заведения настроены решительно. В Новый год они желают войти уже по новым правилам. По закону школы могут самостоятельно утвердить некий единый стиль ношения одежды. И вовсе не обязательно, чтобы это было все одинаково по цвету и фасону. Каждый класс имеет право сам решить, как подчеркнуть свою индивидуальность. Один из вариантов – своя символика, знак, орнамент. Кстати, глава республики предложил школам при разработке формы взять во внимание национальный элемент, подчеркнуть таким образом наш северный колорит. Что касается школьной формы, я, в общем-то, являюсь ее сторонником. Не вижу ничего страшного в ее введении. Наоборот, считаю, что в этом больше плюсов, даже начиная от самых элементарных. В общем-то, определенным образом дисциплинирует детей. Вот. Во-вторых, это дает возможность в определенном смысле стирать социальные различия, достатки тех семей, которым дети принадлежат. И, в общем-то, мировой опыт, он достаточно широко, на самом деле, сегодня существует в этой части. А что касается конкретных решений по виду, по какие-то атрибутики формы и в том числе возможные стоимости, я думаю, что это должно быть все-таки решение уровня муниципалитетов и конкретных учебных заведений, которые должны будут принимать соответствующие решения. В гимназии искусств при главе идею губернатора подхватили моментально. В Коми это единственная школа, где обучаются дети со всей республики. Из самой отдаленной Усть-Цельмы, Ижмы, Усинска и Усть-Кулома. Что ни на есть, национальный колорит. Уже сейчас воспитанники художественного отделения, будущие дизайнеры, разрабатывают свою символику для школьной формы. У нас была своя форма для отделений с отдельными элементами, которые отличали наших воспитанников, обучающихся на хореографическом, музыкальном, художественном музыкальном отделении. Сейчас мы несколько отошли от традиционного понимания школьной формы и предъявляем просто единые требования к внешнему виду наших воспитанников. Как правило, в первой половине дня это достаточно строгий внешний вид. Белый верх, темный низ. У мальчиков это брюки, белая рубашка. У девочек это может быть белая блузка, юбка и так далее. Поскольку в гимназии очень сильно представлен национальный компонент в образовании, в содержании образования всех отделений и направлений, это может быть определенная стилизация. Как правило, такие проекты у нас создаются художниками, где используются в определенных элементах орнамента, в определенных видах одежды, допустим, да, это либо это рубаха, либо это блузка и так далее. Но я думаю, что для нашей гимназии это как раз вот в перспективе направления, да, введения именно такой вот одежды с национальным колоритом. Мы об этом задумываемся. Если школы, родительские комитеты уже бросили все силы на выбор вариантов одежды и сейчас практически атакуют магазины, то еще один поставщик готовой продукции – ателье пока в раздумье. Браться за крупные заказы многие не решаются. Невыгодно. Родители за эконом-вариант. Все-таки одним комплектом формы не обойтись, как минимум надо два, плюс сменные рубашки, блузки.
Портные же за качество ткани, а это порой бьет по карману. Впрочем, одна из швейных фабрик Кирова, в отличие, скажем, от того же Сосногорска, готова переодеть школьников в трикотаж. Производители уверяют, кто непривередлив, вязаные вещи как нельзя кстати. Этот комплект, вот конкретно этот комплект, получается 580 рублей сарафан и 280 рублей подолазка. Вот как написано в законе, в котором наши не набрасывают, с учетом малообеспеченных слоев населения. Я думаю, что 1000 рублей – это та цена, которой даже очень малообеспеченная семья может позволить одеть детей. Осталось у нас, считай, июнь, июль, август. Мы должны уже идти в школу. Как вы считаете, школу в республике-то мы успеем переодеть? То, что у нас на сегодняшний день наработано, успеем. Как среагирует на такой внезапный госзаказ, пока неизвестно. В любом случае, речь идет все же не о единой форме, а скорее об уточненном дресс-коде. И внешний вид учащихся пока лишь на совести руководителей учебных заведений. А вот власти региона ждут, кто скреативит первым, причем с национальным элементом. Бесхитростный и вполне себе государственный эксперимент. Татьяна Супряткина, Олег Жуковский. Об образовательных новшествах с новой формой. Каждый пятый несовершеннолетний совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения. А каждый второй стал употреблять спиртное по доброй воле без чего-либо принуждения. Такова совсем уж неутешительная статистика. В апреле инспекторы по делам несовершеннолетних МВД Коми пытались достучаться до подростков и взрослых и объяснить всю пагубность алкогольной привычки в рамках профилактической акции «Скажи жизни да». Насколько получилось донести мысль до неокрепшего сознания, расскажет Наталья Литкевич. Я отошла, подходит молодой человек, подросток, забирает, расплачивается, и она как бы ничего не возмущается, что как бы не спросила у подростка ни паспорта, ни сколько ему лет, и вообще не спросила меня, почему вы попросили, взял подросток. Совершеннолетняя девушка рассказывает о своем визите в этот магазин в компании с 14-летним парнем за пивом и сигаретами. По ее словам, продавщица без тени сомнения вручила несовершеннолетнему и то, и другое. Я просто подумала, что молодой человек был джентльмен у этой девушки, поэтому он рассчитывается. Но заказ сделала девушка совершеннолетняя, так что претензий ко мне никаких. Ее словам можно было бы верить, если бы ранее продавцы торговой точки не попадались на продажу спиртного детям. К тому же расположена она в нарушение закона в 20 метрах от столичного торгово-технологического техникума. Однако ни руководство учебного заведения, ни городские власти этот факт, видимо, не волнует. Несмотря на то, что большинство учащихся здесь от 16 до 18 лет. К сожалению, статистика такова, что именно этой аудитории у нас совершается наибольшее количество преступлений, 2/3 ежегодно, и, как правило, в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается и ежесуточными оперативными сводками. И еще о чем бы я хотела сказать, как правило, эти преступления совершаются в вечернее, ночное время, в общественных местах, на улице. Началась акция «Скажи жизни да» именно с Сыктывкарского торгово-технологического техникума. Кроме традиционных встреч с кинологами и экспертами-криминалистами, в этот раз с детьми беседовали специалисты совсем не полицейского профиля. Например, общение с психологом показало острую нехватку у учащихся навыков общения и умения справляться с конфликтными ситуациями. Научить этому подростков в этом учебном заведении, как, впрочем, и в большинстве других, просто некому. По полторы бутылки хлещут в субботу, в пятницу, в субботу, в воскресенье. У одного потом камни появились, у другого, конечно, тестостерон падает, пиорекции нет на него. Его не тянет на женщину, он начинает расти живот, у него бедра целлюлит появляется, понимаете? А это беседа с андрологом. Специалист объясняет юношам, как стать полноценным мужчиной. Для парней этой возрастной группы тема очень актуальная. Ведь употребление спиртного в их возрасте может сильно испортить жизнь в будущем. И эти сведения для ребят оказались в новинку. То есть все-таки нам не хватает хорошей информационной пропаганды. И это очевидно. Нам не хватает нормальной досуговой занятости, чтобы детей и несовершеннолетних, да и взрослую уже студенческую молодежь отвлекать от употребления спиртных напитков и пива. Вот это очевидно.
Очевидно и другое, и это тоже высветила акция. Большинство взрослых просто не обращает внимания на проблему подросткового пьянства. Наш тайный покупатель, подросток, который участвовал в рейде по магазинам, рассказал, проблем с покупкой алкоголя у его приятелей не возникает, и взрослые им в этом охотно помогают. Если там бомжи некоторые такие, то за мелочь там 10-15, а если такие, то просто покупают и все. Эти сведения подтвердили итоги анкетирования. 70% опрошенных подростков прекрасно понимают, что спиртное – это яд, но тем не менее употребляют его. А треть из них знает, в каких торговых точках его можно купить. И это неудивительно. Несмотря на возросшие в разы штрафы, число протоколов, составленных на работников прилавка, выросло вдвое. Но, как показали встречи полицейских с предпринимателями, последних больше беспокоит сама процедура выявления. Понимаем, что провокации, они, как бы вы сейчас это ни называли, провокации они есть и, наверное, еще будут. Потому что в момент проверки как раз приглашается для участия не тот несовершеннолетний, который с первого взгляда видно, что это несовершеннолетний, а великовозрастный детина, которому под 20 лет. Уважаемая хозяйка сорти, мягко говоря, лукавит. Суд при вынесении решения тщательно проверяет и возраст покупателя, и обстоятельства приобретения им спиртного. И ни одного составленного полицейскими протокола он не отменил. Впрочем, дело не в юридических тонкостях, а в нежелании взрослых задуматься. Наше будущее в руках этих подростков. Наталья Литкевич, Василий Янин, Алексей Паршуков. О неутешительных итогах равнодушия взрослых подрастающему поколению. Смотрите во второй части «Времени итогов». Учимся платить за ЖКХ правильно. Коммунальный ликбез «Времени итогов». С таким РЖД далеко не уедем. Новый виток отношений республики и железнодорожников. Новшество ЕГЭ-2013 в эксклюзивном интервью «Времени итогов». Первый единый государственный экзамен в этом году пройдет 27 мая. Уже по традиции это будет проверка знаний русского языка, одного из двух обязательных к сдаче предметов. Математику второй обязательные выпускники будут сдавать 3 июня. Но в этом году на решение всех задач по алгебре и геометрии у будущих абитуриентов будет несколько меньше времени, и это далеко не единственная новость от ЕГЭ. И дабы максимально избавить будущих студентов от сюрпризов и стрессов, как следствие, в студии «Времени итогов» министр образования нашей республики Владимир Шарков. Владимир Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Скажите, пожалуйста, привыкли ли наши выпускники к ЕГЭ в целом? Не вызывает ли эта процедура вот того былого, помните, страха? Ну, я думаю, что уже все страхи позади. Главное, чтобы сейчас не было страха у родителей, потому что прежде всего, конечно, переживают родители, и их страх передается уже самим выпускникам. Угу. На недавней пресс-конференции мы узнали, что в процедуре ЕГЭ будут определенные моменты, которые будут фиксироваться на видеокамеры и видеонаблюдение. Зачем? Ну, во-первых, у нас есть пункты проведения экзамена в так называемых труднодоступных местах. Там процедура единого государственного экзамена связана с тем, что распечатка всех бланков происходит прямо в самом пункте проведения экзамена. В прошлом году в некоторых пунктах были проблемы, связанные с тем, что там перепутывали бланки. Но, так скажем, из-за этого пришлось даже пересдавать ребятам экзамены. Сейчас будет вестись видеопротоколирование всех этих процедур. То есть процедура, как распечатываются эти бланки, и как эти бланки потом сканируются, и результат направляется уже по защищенным каналам связи непосредственно в наш центр. Это исключительно для этого будет сделано? Или есть какие-то еще моменты? Есть еще моменты, которые связаны с тем, что у нас видеопротоколирование в этом году будет вестись и на так называемой конфликтной комиссии. Поскольку на самом деле были проблемы в прошлом году, связанные с тем, что не всегда адекватно себя ведут и родители наших выпускников, и сами выпускники. Вот, все-таки камера будет каким-то образом ограничивать вот эту вот неадекватность и, скажем так, все-таки мобилизовать силы выпускника на то, чтобы он внимательно выслушал те проблемы, которые возникли у него при выполнении работы. Скажите, а правда, что были даже такие прецеденты, когда выпускники угрожали покончить жизнь самоубийством, если не будет необходимого им, опять-таки, результата? Были такие случаи. Были такие случаи. Ну, мы понимаем, что, и к счастью нашему, что это, так скажем, были только угрозы, и надеемся, что таких угроз больше не будет. Потому что все-таки мы должны понимать, проверка осуществляется полностью, объективно. Угу. Есть такая еще функция у выпускников, вернее, возможность такой функции – это апелляция.
Вот расскажите, к чему должен быть готов выпускник, который апеллирует к оценке, и насколько возможно, в принципе, адекватно как-то изменить в лучшую сторону, опять-таки, эту оценку для него? Если так взять немножко историю единого государственного экзамена, то в начале, когда, скажем, выпускники подавали на апелляцию, вполне возможно было, скажем так, когда им оглашали результаты, особенно те результаты, связанные с тем, что возможно было и пересмотр в сторону понижения баллов, тогда они могли отозвать свою апелляцию и не лишаться этих баллов. Сейчас, на самом деле, когда выпускник подает апелляцию, то он должен понимать, что апелляция не всегда принесет им дополнительные баллы. Либо баллы могут остаться прежними, это, скажем так, хороший вариант тоже для нас и для выпускников, но бывает иногда так, что вот независимый эксперт, третий эксперт, который будет проверять эту работу вот во время апелляционной комиссии, может все-таки прийти к выводу о том, что не все ошибки были обнаружены у, в данном случае, выпускника, и предложить понизить ему баллы. В этом случае он уже не может отозвать свою апелляцию, и ему будет понижена же баллы. К этому выпускники должны быть готовы, подавая апелляцию. Есть такой еще момент, когда некоторые выпускники подают апелляцию только для того, чтобы посмотреть свои ошибки. На самом деле они должны понимать, вот то, что я только что сказал, что это может привести к тому, что им просто понижены баллы. То есть, грубо говоря, если они не уверены в том, что они могут действительно объективно претендовать на лучшую оценку, этого лучше не делать? Лучше не делать, конечно. И это тоже должны понимать не только дети, и не только, кстати, родители, но и учителя. Потому что у нас есть случаи, когда учителя прямо целым классом предлагают подать апелляцию, и учитель должен нести ответственность за то, что он, скажем так, предлагает и к чему подталкивает детей. И должен им объяснить. Но это провокация уже. Это получается некоторые рода провокации, которые должны ребят понимать. Вот, что на самом деле это не проверка будет, так скажем, работа над ошибками, а это будет уже серьезная работа апелляционной комиссии, которая может привести вот даже таким вот нежелательным для выпускника результатом. Угу. Ну и для того, чтобы мобилизировать все силы наших выпускников, скажите, вот те ученики, которые старательно получали грамоты, выигрывали олимпиады различные. Скажите, вот эти все заслуги в течение 11 лет, они как-то будут влиять на конечную оценку ЕГЭ? Или здесь, в данном случае, все будет абсолютно субъективно? Здесь все будет, скажем так, объективно, и никакие, так скажем, грамоты здесь все равны в этом отношении. То есть та работа, которую ты проводил до экзамена, участвуя в олимпиадах, конкурсах и так далее, она должна помочь тебе, ну, скажем так, справиться с работой. Вот. А что касается уже того, что стоит за твоей спиной, никому не известно и никому не понятно. Для, так скажем, тех, кто проверяет твою работу, это только номер работы. И они не знают, кто ее пишет, поэтому не знают, какие знания, какие, так скажем, дипломы, награды стоят за этим именем. Ну что ж, Владимир Витальевич, спасибо большое, спасибо, что нашли время, и удачи нам всем на ЕГЭ, потому что, как-никак, это показатель образованности и ума, наверное, целого поколения. Хочу пожелать всем удачи нашим выпускникам, потому что, на самом деле, хотелось бы, чтобы в этом году было меньше тех выпускников, которые не получат аттестаты. Это очень серьезный вопрос, поэтому все должны к нему подойти очень серьезно тоже. Отлично. Ну, а мы с вами продолжим сразу после топ-7 новостей, из которых вы узнаете еще больше о событиях этой недели. Средняя зарплата в Коми составляет почти 35 тысяч рублей. По сообщению Комистата, сейчас жители республики зарабатывают на 22% больше, чем в среднем по России. Наибольший размер оплаты труда по-прежнему у нефтяников и газовиков региона. Знаменитый петербургский театр на Литейном в очередной раз стал гостем Академического театра драмы имени Виктора Савина. В программе гастроли драмы «Семейный портрет», музыкально-драматический спектакль «Святочный рассказ с привидениями» и мистический анекдот «Пиковая дама». В иркутинский филиал Петербургского горного института вошел в состав УГТУ. Головной вуз отказался от своей заполярной дочки, в результате чего руководство Ухтинского технического университета приняло решение взять учебное заведение под свое крыло. В сентябре этого года в Сыктывкаре детей примут два возвращенных детских сада на 340 мест. Располагаться они будут в здании бывшего управления образования и бывшем корпусе 21-й школы. По данным Роспотребнадзора, атаки клещей в Коми подверглись уже 80 человек, в том числе 14 детей. Большинство случаев активности клещей зарегистрировано в Сыктывкаре, Ухте, Сыктывдинском, Сысельском, Прилузском и Кагородском районах. В аэропорт Сыктывкара прибыл третий чешский универсальный самолет L-410, который планируется использовать не только для перевозки жителей республики, но и для оказания услуг экстренным службам в случае чрезвычайных ситуаций. В настоящее время идет процесс лицензирования и сертификации авиаборта.
За последние 5 лет заболеваемость туберкулезом в республике снизилась на 19%. По словам главного внештатного фтизиатра Минздрава Коми Игоря Трекина, большую роль в этом сыграли мобильный диагностический комплекс и тесный контакт с социальными службами и раннее выявление заболеваний среди основных групп риска. В Коми существенно выросли продажи коллективных приборов учета и комплектующих к ним. Организации, которые работают на этом рынке, отмечают, продажи выросли практически в 2 раза. Такой рост специалисты связывают с тем, что жители Коми наконец стали осознавать всю важность бережного отношения к ресурсам и, самое главное, почувствовали экономию, которая может быть существенной при правильно подобранных и установленных счетчиках. Продолжит Любовь Лапина. Главный инженер сантехнической компании Иван Фомин отмечает, такого наплыва клиентов у них еще не было никогда. Постепенно, с начала года, все больше и больше. За консультацией по установке приборов учета сюда обращаются как рядовые жители, так и управдомы с четким желанием подобрать оптимальный вариант. Те люди, которые установили счетчики, они реально видят, что можно реально экономить на квартплате. Это во-первых. Во-вторых, значит, человек, который установил счетчик, вот, он будет воду экономить. Чтобы поставить общедомовой прибор учета, нужен целый комплекс мероприятий. Для начала необходимо подать заявку на получение технических условий. Это нормативный документ, на основании которого уже и составляется сам проект. Самая главная информация здесь – тепловая нагрузка на здание. Исходя из этого значения, специалисты и выбирают счетчики. Их, к примеру, целая линейка – индукционные, ультразвуковые, вихревые, крыльчатые. В Сыктывкаре обычная практика – это обычные индукционные, нормальные электромагнитные расходомеры. Вот. Вычислители, целая линейка, это может, ну, на любой вкус может выбрать председатель ТСЖ, так скажем, либо директор управляющей компании. Соотношение цена-качество – это главный принцип при выборе приборов. Впрочем, не менее важно учитывать и масштабы здания. Так, к примеру, для жилого дома в сельской местности всего на 40 квадратов покупать стандартный городской комплект за 40 тысяч не то что неэффективно, а вовсе нецелесообразно. В этом случае лучше подобрать счетчик поскромнее. Чтобы получить экономию от монтажа теплового счетчика, необходимо правильно подобрать марку прибора, его диаметры, его технические параметры. Вот. Но обязательно нужно согласовать эти вопросы все с техническими специалистами. Тем более, что сейчас выбрать действительно есть из чего. К примеру, инновационный тепловычислитель. У него масса преимуществ. Питание от сети или аккумуляторов до 6 тепловых контуров. Но самое главное – это выход USB. Все данные от него выводятся на компьютер. На планшет, на телефон под Android есть программное обеспечение. Непосредственно подключаемся, снимаем показания, сдаем. Получаем распечатку. Не требуется привлекать сторонние организации для снятия показаний. Опять же экономия получается. Опять же экономия в обслуживании. К нему же и инновационный расходомер. Все это новинки в республике. На прилавках Коми они появились всего несколько месяцев назад. Инновационный расходомер Питер Флоу. Вот, обратите внимание. Вот. Измерительный канал из нержавеющей стали. Производителям заявлено 10 лет гарантии от протечек. То есть это нонсенс на сегодняшний день, вот, в измерительной технике. Настройки заводские. На дисплее отображается текущий расход тепла или воды и время работы. Впрочем, как отмечают специалисты, ресурсы сегодня важно не только учитывать, но и регулировать. К тому же в России работает федеральная программа энергосбережения. Ее суть – отношение к воде, теплу и энергии должно быть бережным. Вот такие регуляторы как раз и позволяют дозированно потреблять коммунальные блага цивилизации. Это вот клапан запорно-регулирующий. Он по температуре наружного воздуха он уменьшает или увеличивает подачу тепла на необходимый объект. К запорно-регулирующему клапану подключается электронный контроллер и система датчиков. Всего их 3. Они крепятся на фасаде дома и передают информацию о погодных условиях. Суть проста. Если на улице теплеет, то клапан автоматически снижает давление в трубах. В осенне-весенний период это позволяет сэкономить до 30% от платы за тепло. Впрочем, чтобы поставить общедомовые счетчики, жильцам все же нужно объединиться. Обращаться нужно непосредственно в управляющую организацию, но для этого нужно провести общее собрание собственников
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. И уже с решением данного собрания необходимо обратиться в свою управляющую организацию, которая управляет данным многоквартирным домом. А уже вот эта управляющая организация должна организовать работу с ресурсоснабжающей организацией по установке приборов учета. Экономия каждого позволит не только сэкономить личные деньги жильцов, но и снизить в целом нагрузку на городские сети, очистные станции, котельные и энергетику. Все это в конечном итоге благоприятно отразится и на окружающей среде. Любовь Лапина, Павел Фетисов об итогах целесообразности и правильного подхода при выборе общедомовых приборов учета. Новейшая история отношений нашей республики и российских железных дорог, к сожалению, продолжает наполняться не самыми приятными событиями. Мы уже рассказывали о бесконтрольном поведении пьяных вахтовиков в поездах, регулярных проблемах с перевозками и в целом сохранении жизненно важных маршрутов внутри республики. На этой неделе появились новые итоги, из которых следует, что для решения многих из обозначенных проблем республика может рассчитывать только на себя. Евгений Райкин о стабильном непонимании интересов республики и РЖД. Град претензий посыпался на железнодорожников от первых же дозвонившихся – инкинцев. Жители Приполярной негодуют. Перрон в Инке низкий, так что даже здоровому человеку сложно садиться в поезд. В вагонах грязно и холодно, а зачастую и небезопасно. Постоянные клиенты РЖД-вахтовики вконец обнаглели. Пьянство и дебоширство процветает, а ответственность никто не несет. Поведение вахтовиков в пассажирских поездах дальнего следования остаются крайне вопиющими. По Инте снимают уже хулиганов, тех, которые нарушали общественный порядок, выпивали, буяли и вели себя, скажем так, если мягко выражаясь, некрасиво в общественном транспорте. Значит, здесь тоже несколько было совещаний и пытались принимать меры, пока, к сожалению, желаемому результату это не приводит. В ответ железнодорожники предложили перевозить работников крупных предприятий в специально арендованных составах и привели в пример компанию, которая с начала года перевезла в отдельных вагонах более 4000 своих сотрудников. Впрочем, это исключительные случаи. Вряд ли работодатели решатся на дополнительные расходы ради порядка на чужой территории. Что касается комфорта, а этот вопрос задали жители сразу нескольких муниципалитетов, по всей видимости, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Обновление вагонного парка происходит слишком медленно. Если срок эксплуатации вагонов в пассажирских поездах составляет 28 лет, то сегодня средний возраст подвижного состава более 21 года. Мы в 2012 году в Сыктывкар 12 новых вагонов получили, для поезда, чтобы ставить в поезда. Кроме того, мы получили около 20 вагонов поезда в Котлас, который находит в направлении Москва-Воркута. На сегодняшний день. Ну, представляете, при парке 520 вагонов, которые используют для перевозки, 30 вагонов, в которых есть кондиционеры и ЧТК, это, конечно, все требования и пожелания пассажиров, они просто физически не могут быть удовлетворены в связи с тем наличием вагонного парка, который на сегодняшний день есть. В результате эту проблему приходится решать правительству Коми, в меру возможности, конечно. Но в отличие от железнодорожников, региональным властям есть чем порадовать. Так, благодаря договоренности с Северсталью, уже этим летом по маршруту Воркута-Москва начнут курсировать 10 современных вагонов. И второй момент. Главой поставлена задача, и мы сейчас начали эту работу, проработать для того, чтобы поезд Воркута-Москва был фирменный. Значит, мы федеральную пассажирскую компанию, головную компанию, с таким предложением обратились. Значит, и надеемся, что в ближайшее время получим такой ответ. Бурная дискуссия развернулась по вопросу эксплуатации грузовых контейнеров. С начала года 3- и 5-тонники сошли с рельс. Вместо них железнодорожники предлагают арендовать 20-тонные боксы. Мол, на 4-то 7 в самый раз. Такое решение член Общественной палаты России Игорь Шпектор назвал антинародным и абсурдным. Во-первых, попутчиков приходится ждать не один месяц. Во-вторых, едут люди в разные концы страны. К тому же основные арендаторы контейнеров в Коми – это переселенцы с Крайнего Севера. Дозвонившись по интернет-связи, Игорь Шпектор по совместительству президент Союза городов Заполярья заявил, что намерен сообщить о проблеме руководству страны. Я понимаю, что на сегодняшний день господин Якунин лишает собственные интересы дороги, не считаясь абсолютно с народом, что дороги глубоко наплевать. То, что сегодня огромное количество людей получило жилищные сертификаты, что они могут сегодня освободить свои квартиры, передать их нуждающимся, а в результате они не могут выехать, потому что у них нет контейнеров. Абсолютная нелепость, которая сегодня существует о
предложении брать 20-тонный контейнер на несколько семей. Почти на все вопросы жители Коми у высокопоставленных железнодорожных чинов один ответ – нет денег. Ни на приобретение вагонов, ни на ремонт вокзалов, ни на повышение качества услуг. Все потому, мол, что федеральные субсидии в этом году сократили. Так что руководству РЖД пришлось пойти на крайне непопулярные меры – оптимизацию маршрутных сетей. Первоначально по всей стране планировалось сократить 235 нерентабельных маршрутов и более 3000 работников железной дороги. Не то, что населенные пункты, целые районы могли остаться без транспортного сообщения. Так в нашем регионе список таких невыгодных для РЖД маршрутов попал поезд Сыктывкар-Кослан. Было решено сократить частотность его курсирования вместо ежедневного всего 4 раза в неделю. Жители Удары, естественно, против. Местные общественники даже провели собственные подсчеты эффективности маршрута. На сегодняшний день вот мы сделали анализ, где-то порядка 200 тысяч в год этот поезд обслуживает пассажиров. Это имеется в виду с Кослана до Сыктывкара и обратно. То есть количество пассажиров очень большое. И люди, конечно, очень сильно озабочены. У нас есть факты, что по станции Микунь, это узловая станция наша, где остаются на сегодняшний день значительная часть пассажиров, которые не могут выехать даже на Кослан. Это при условии, что поезд курсирует постоянно, ежедневно. Как отметил министр развития промышленности и транспорта Андрей Самоделкин, правительство республики будет настаивать на сохранении ежедневного сообщения с Ударой. Сейчас железнодорожникам предложено несколько вариантов решения проблемы. Правительство республики Коми обратилось в федеральную пассажирскую компанию с предложением. Значит, мы готовы компенсировать часть расходов на данный поезд из республиканского бюджета. И плюс те деньги, которые сегодня ФПК, ну скажем так, сэкономит на том, что у них из обращения уходит поезд Троицко-Печор-Сосногорск, как поезд дальнего следования, значит, эти деньги, ну, тоже являются, как бы могут являться частью компенсации на использование поезда Кослан-Сыктывкар, значит, в ежедневном режиме. Еще одна приятная новость уже для жителей Троицко-Печорского района. Они и вовсе могли остаться без железнодорожного сообщения. В планах РЖД маршрут Сыктывкар-Троицко-Печорск планировалось ликвидировать. Но благодаря усилиям правительства Коми поезд был переведен из статуса дальнего следования в разряд пригородных. С 26 мая он начнет курсировать до Сосногорска и обратно, но по прежнему графику. Евгений Ракин об итогах давних переговоров с железнодорожниками, которые медленно идут на компромисс. Это были события, которые мы посчитали ключевыми на этой неделе. Увидимся ровно через 7 дней.